Всем привет, с вами Алавацкий. Сегодня у нас на обзоре несколько видов шампуня от компании Estelle в линейке Альфа-Ом. Давайте же их сравним, посмотрим, какие плюсы, минусы, какие преимущества и для чего они нам нужны. В основном будет обзор для мастеров, которые работают в салоне, барбершопе, либо в какой-то студии, но также это видео будет полезно тем, кто просто хочет выбрать себе шампунь для того, чтобы мыть голову дома, и также средства для бороды. Ну что, погнали! Ну что, давайте же теперь поговорим поочередно, расскажу о каждом шампуне, как они выходили по очереди, а потом уже выберем для себя то, что нам нужен. А может быть, они нам нужны будут все абсолютно, поэтому давайте смотреть. Итак, первый шампунь — это у нас классический охлаждающий шампунь в линейке Альфа-Ом. Также он есть без охлаждающего эффекта, то есть он тонизирующий шампунь для волос. Здесь так написано. Вот, чем же отличается этот шампунь? Во-первых, он довольно такой, то есть не сильно жесткий, не слишком мягкий, то есть универсальный в целом, под любой тип волос подходит. Также здесь отдушка, которая в принципе нравится многим, и никаких проблем с ней не было. Присутствует, может быть, какое-то небольшое количество ментола, то есть, ну вот, он такой освежающий, бодрящий. Холодок, я так его называю, тем более еще с охлаждающим эффектом. Поэтому этот шампунь у меня пробыл очень долго, то есть я им работал порядка 2 лет, как только он появился, поэтому это мой любимчик первый. Вот. А в дальнейшем появились уже другие шампуни, у которых отличалась отдушка, отличались какие-либо свойства, то есть именно в мужской линейке. Поэтому давайте о них в дальнейшем расскажем. Итак, следующий, кто у нас появился, это шампунь в линейке Genwood. То есть Альфа-Ом также Genwood. Вот, смотрите, здесь у нас все настроено на натуральность. То есть здесь экстракт коры дуба, красного клена, сосны банкса и черной ели. То есть здесь очень интересный такой древесный запах, плюс он очень красиво потом раскрывается в дальнейшем, то есть когда вы помыли голову, и потом он раскрывается еще на волосах, то есть очень круто это все происходит. И в целом такой шампунь подходит больше для тех, кто любит более натуральные какие-то такие, то есть ну вот никаких вот таких вот там супер четких линий, никаких угловатости, то есть более натуральный образ, как будто бы ты вышел из леса, более естественный образ, да, то есть здесь это очень круто подходит, то есть именно под такого клиента. Но также есть еще и, в принципе, профессиональные свойства этого шампуня. Он мощнее, как и, в принципе, вся линейка Genwood, она такая более мощная, для того, чтобы, видимо, прям чувствовать вот кору дуба и все остальное. Поэтому этот шампунь очень классно заходит. И для клиентов, которые хотят что-то помощнее, что-то прям вот, чтобы запах такой интересный был, но при этом не хотят слишком парфюмированным быть, да, то есть чтобы не было, ну, сильно каких-то запахов, сильно отличались они. То есть более натурально, как будто вот он просто проснулся, там аккуратная стрижечка, поправил, все и пошел. Поэтому Genwood набирает обороты, и, в принципе, это очень классные запахи. Я раньше, если честно, не особо любил такого плана отдушки, но попробовал Genwood где-то через 2-3 раз, я прям втянулся, и сейчас вот у меня дома, допустим, стоит Genwood. Я прям им мою постоянно. Теперь смотрите дальше, что у нас появилось. Это Alpha Marine. Это новинка, ну, на 2020 год. То есть здесь у нас уже полностью вся энергия моря. Если у нас, допустим, изначально была просто отдушка, в дальнейшем у нас появилось дерево, теперь у нас появилось море. Вот, скоро, мне кажется, выйдет какая-нибудь линейка, связанная с огнем, что-то такое. То есть у нас будет и деревья, и вода, и огонь, там, и песочные какие-то линейки. Посмотрим. Ну, в общем, разнообразие шампуней дает возможность подбирать их все-таки под тип волоса, да, то есть альфа-марин очень мягкий, здесь морской коллаген, морская соль, морской коллаген, да, вот основные компоненты, поэтому эти шампуни, они довольно мягкие, волос после них не то чтобы как
после бальзама, но мягче намного. То есть в сравнении, допустим, с классическим шампунем, он уже мягче. А Генвуд очень хорошо прям пушит волос, то есть я очень люблю его использовать для этого. Когда я выполняю стрижку, я стараюсь не заглаживать там бальзамами, масками. То есть мне нужно, чтобы волос торчал, я его потом подравниваю, и клиент ходит с стрижкой полноценный там месяц-полтора, бывает даже. То есть у него ничего не торчит. Но бывает такое, что волос слишком жесткий, да, то есть он слишком торчащий, и его в принципе шампунем помоешь, и он торчит, ну, излишне. То есть он через время все равно потом ложится, и все нормально. Поэтому для такого типа волоса лучше всего использовать альфа-марин. Он мягкий, аккуратный, сильно не пушит, дает очень приятный запах. То есть все прям кайфуют в мойке, можно делать полноценные спа-процедуры с ним. Ну и в принципе с остальными тоже. И также не забываем про карбон. Вообще это была полноценная процедура, и она в принципе остается такой. То есть это очень классная вещь. То есть мы наносим сначала массаж-гель, в дальнейшем наносим шампунь. Но также я частенько использую его просто для мытья головы. Он содержит активированный уголь, сам по себе черного цвета. Очень интересно выглядит, то есть клиенты сразу такие: «О, ничего себе, черный шампунь». Также, плюс ко всему, активированный уголь собирает все, то есть такой спа и детокс для кожи головы и для волос, в принципе. Поэтому тоже классная вещь. Также есть линейки для домашнего использования, то есть небольшие форматы, но это больше подойдет клиентам. То есть если вы не барбер, не парикмахер, не стилист, то вы можете просто прийти в магазин, в официальной точке Estelle, либо заказать в вашем салоне, в барбершопе у ваших мастеров данную продукцию, и это будет очень классно, очень удобно. Плюс ко всему вы будете пользоваться профессиональной косметикой, созданной уже для домашнего ухода. Поэтому лучше всего брать такие литрушки. Во-первых, они особо не продаются клиентам, да, и смысла нет. Слишком большое, зачем вам нужен, он у вас просто может испортиться, потому что вы его не используете столько. Поэтому вот такого формата вам хватит очень надолго. Плюс ко всему он очень концентрированный, поэтому здесь, допустим, просто шампунь от перхоти. То есть как классическая версия, вот он черный. Также есть шампуни у нас Альфа-Марин. Тоже в мини-формате, да, Ocean шампунь и Генвуд. Генвуд даже вот такие вот, смотрите, есть наборы. Очень классные, здесь и шампунь, и пена для лица, в общем, очень много продуктов. Поэтому при выборе шампуня ориентируйтесь больше на ваши потребности. Если у вас очень много клиентов, да, либо какая-то у вас есть направленность салона, либо барбершопа, на натуральность, на какую-то естественность, то есть там прям все выходят с леса с топором такого формата, да, то вам подойдет, допустим, Генвуд, можете даже Альфа-Марин туда добавить, то есть они более такие натуральные, естественные, если под стилистику, допустим, даже подбирать. Если у вас такой жесткий, брутальный стиль, то, в принципе, очень классно подходит сюда тонизирующий шампунь, также там шампуни от перхоти, то есть очень классные по запахам, они довольно мощные, и поэтому отлично впишутся в ваш интерьер, в ваш стиль, в ваш образ, да. Но вообще я желаю вам иметь возможность постоянно, да, то есть приобрести все, что здесь есть, потому что, ну, я лично закупаю продукцию, тем более что в компании Estelle, в линейке Альфа-Он, очень классные цены, качество, то есть я доволен качеством, я полностью перешел на Альфа-Он, как видите, уже давным-давно, а если даже полистаете ленту моего инстаграма, либо YouTube, то вы поймете, что это не просто рекомендация, а это то, чем я действительно работаю. В любой момент вы можете прийти в мою студию, которая находится в Краснодаре, и посмотреть, на чем я работаю. То есть у меня полностью все Альфа-Ом, потому что это самый классный бренд, и он мне очень нравится. Поэтому и вам того же желаю. Выбирайте правильную продукцию, работайте, наслаждайтесь. И не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. И там еще колокольчик такой есть, обязательно нажимайте, чтобы не пропустить новые видео полезные. И, конечно же, пишите в комментариях,
что вам интересно, какие в дальнейшем продукты, то есть на что я могу снять еще обзор, может быть, что-то упустили, может быть, какие-то вопросы остались по шампуням тем же самым, где заказать, какой лучше выбрать. Поэтому пишите вопросы в комментариях, я с радостью отвечу. Все, с вами был Алацкий, пока-пока!